Загорелся на трассе. Рено Логан, двигавшийся по автодороге Самара-Саратов-Волгоград, был почти полностью уничтожен пламенем. ЧП произошло на границе Энгельского и Марксовского районов. К счастью, пострадавших нет. Водитель иномарки успел выбраться из машины и позвонить по телефону экстренной помощи. По всей вероятности, пожар произошел вследствие столкновения с другим автомобилем и замыкания электропроводки.